Перед посещением спортивного комплекса «Трудовые резервы» Олег Богомолов оценил ход ремонта в школе номер 7, осмотрел спортзал и столовую, помещения 2-го и 3-го этажей, на которых уже приступили к работам по потолкам, полам и сантехнике, а затем провел традиционное совещание на объекте. Основные работы уже завершены. Рабочие начали чистовую отделку помещений. После того, как сойдет снег, закончат работы по благоустройству, освещению и ограждению. В июле школа будет полностью готова.